Здравствуйте, ребятишки! Привет, девчонки и мальчишки! В эфире наш «Покажи класс!» Сегодня вас ждет прекрасный выпуск! Почему ты так думаешь? А потому что у нас других не бывает! Сам знаешь, какие у нас зрители талантливые! Да, с этим не поспоришь! Открывает программу Маша. Она прочтет стихотворение Агнии Барто. Что за вой? Что за рев? Там не стадо ли коров? Нет, это не коровка. Это даже рёвка. Плач заливается, платьем утирается. Вышла рёва на крыльцо. Рёва сморщила лицо. Никуда я не пойду, мне не нравится в саду. Тут вернулась Ганя в дом, слезы катятся ручьем. Ой, пойду обратно, дома неприятно. Дали Гане молока, эта кружка велика. Воды не могу я, дайте мне другую. Ничего себе! Да. Я бы не хотел с такой плаксой повстречаться. Я тоже! Интересно, а что там было дальше? Неужели так и будет реветь? Давай узнаем. Да. Дали ревушки в другой, рева топнула ногой. В этой не желаю, лучше дайте чаю. Уложили Ганю спать, плачет ревушка опять. Ой, не буду спать я, ой, наденьте платье. Тут сбежался народ, чтобы узнать, кто ревет, кто все время плачет, что все это значит. Видят, девочка стоит очень странная на вид. Но сразу пух, что съегла, платье все промокло. Ох, ребята, не берите пример с таких ревушек. Да. Настроение должно быть хорошим. А чтобы его без труда поднять, смотрите почаще нашу программу. Вот, например, следующая участница отлично танцует. Внимание на экран. Зажигательный танец! Даже у меня ноги сами в пляс пошли! Не знаю, как остановиться. Просто надо посмотреть другое видео для переключения внимания. Ой, какой же ты сообразительный, Мур! Показывай! Мне бы такую прыгучесть! Филя, каждому свое! У тебя полно других талантов! Как и у всех наших зрителей, друзья! Не стесняйтесь и снимайте интересные ролики о себе и своих друзьях! И присылайте на наш конкурс! Лучшие видео мы покажем в эфире, а победители получат призы! Смотрите самый семейный канал «Карусель»!